Всем привет, друзья, с вами Иван Кожей. Мы сегодня продолжаем обозревать чипсы матча. Сегодня у нас опять рифленые, и вкус у нас телятина с аджикой. Не знаю, достаточно часто встречается этот вкус. Кто-то его придумал, вот и, наверное, все начали дублировать. Ну, наверное, он уже есть у всех брендов, кроме, не знаю, Lay's Pringles, что ли. Ну, а так все остальные вот успешно его выпускают. Данная пачка весом 70 грамм обошлась мне 8 гривен 79 копеек. Давайте попробуем. В целом, как бы, мачо неплохие чипсы, вот, особенно за ихнюю цену, вот, и рифленые, хоть они не такие насыщенные вкусом, вот, все равно вот, кушаются просто отлично. Вы знаете, вот, вот этот вкус телятина с аджикой, мне очень вспомнились Флинт, чипсы Флинт. Вот первый раз я телятину с аджикой у них попробовал. Вот, точно копия, один в один. Реально прикольно, вкусно. Тоже рифленые, вот, за 8 гривен 79 копеек просто. Отлично, не знаю, отличная тема. На этом не все, друзья. Я все продолжаю кататься на велике, вот на природе, тут любуюсь видом. Снимаю обзор. На этом у меня все. Вот, подписывайтесь на мой канал, пишите комменты, ставьте лайки. Всем пока!